мне надо было гагаринский лагерь поворачивать. Тут легковушка ехала, я легковушку пропустил, но отсюда вылетает. А тут грузовичок стоит, второстепенная дорога, он выезжает на главную. Он должен уступить. Грузовичка обгоняет, хотел сюда повернуть. Вот и получилось. За него переживаю. Может, у него тоже дети есть? Чего он не смотрит? Маленький автобус, что ли, не видит, что ли?